твоих движениях, Паша! Некоторую нечеткость! Здрасте, пожалуйста! Я же не учу тебя, как рулить твои вот эти вот... баркасов! Я не учу! Я наблюдаю и здраво критикую! Так, вот это, у тебя вот теперь есть кого изводить? Ой, да короче! Кать, слышь! Ну тихо! Паша, сюрприз испортишь! Моя радость. Давай, поднимай уже радость. А то сейчас наши узнают, что я здесь один. Хозяйничаю, башку снесу. Поболтайтесь, надрусь полчасика и назад. Ваши спят без задних ног. Везуха им. Давай, хавчик. Держи. Ну чё, поехали. От винта! Столько нервов сожрал у вас этот завод. Продали, радуйтесь. Так мне теперь нервы тратить некуда. Одна радость осталась. Нет, правда, я так жить не привыкла. У меня дело-то теперь только вот вам помогать. Да Сережу с ночной смены встречать. Ну вот родится ребеночек. Будет на кого нервы тратить. Это точно. К другим новостям. Завершилось расследование Ого. Крупного пожара. Это же склад, на котором мы работали. Напомним, что пожар возник в большом складе, принадлежащем известному бизнесмену Сережа, Ивану Будилову. Тут ваш склад Трое показывают. Сотрудников склада получили травмы разной степени тяжести. Очевидцы сообщают, что несколько сотрудников успели самостоятельно выбраться из горящего здания. Но Ой, это же они из моего репортажа взяли. Ага, репортаж. Сотрудники склада также рассказали, что возгорание произошло в помещении, где установлены стеллажные конструкции для хранения. 20 тысяч просмотров, между прочим. Да тихо вы! Дайте послушать.
Экспертиза установила, что причиной пожара стал несчастный случай. Чего-чего? В репортаже Инны Кольцовой. Мы решили спросить о причинах этой трагедии владельца сгоревшего склада, господина Будилова. Ну, я бы не стал называть это трагедией. Все-таки люди живы, это главное. То есть вы считаете, что это не был поджог? Нет, ну формально, конечно, это был именно поджог. Водитель погрузчика нарушил правила техники безопасности и курил на рабочем месте. Но злого умысла в его действиях не было. Я правильно понимаю, что непогашенная сигарета упала на что-то горючее? На картонную коробку. Эксперты нашли очаг возгорания. Ситуацию комментирует управляющий директор склада Виктор Погодин. А именно в той части склада у нас находилась партия груза в картонных коробках. Они воспламенились, огонь перекинулся на банки с краской и пошло-поехало. А подскажите, уже понятно, какова сумма ущерба и будет ли она взыскана с водителя погрузчика? Ну что вы говорите, человек находится в больнице, в тяжелом состоянии, у него семья. Я не буду ничего с ним взыскивать. Более того, я оплачу ему лечение. Человек так поплатился за свои ошибки. Это большая редкость, когда наши бизнесмены думают больше о людях, а не о деньгах. О людях он думает, сволота, гнида, подлюга. Да я не понял, какой окурок. Там взрыв был. Стеллажи все попадали. Да они ж вообще купили этих всех экспертов. Да стопудово, цирк устроили. Ничего, я покажу им картонную коробку. Сережа, ну зачем тебе туда влезать? Ну вы спасли людей, хватит. Я никого не спасал. А вот мои ребята этого мужика выковыривали, а сейчас на него хотят какой-то окурок повесить. Черта лысого, я буду молчать. Правильно, Сергей Саидович. Правильно, я тоже молчать не буду. Я вообще могу целое расследование провернуть. Так, ладно. Расследование. Никакого расследования. Сейчас пойду к генералу Ежову, все ему доложу. Ничего, прищемим хвост этому Чудилову. Будилову. Тем более. Он типа у нас местный олигарх. Маша, дай, пожалуйста, мне еще раз твой репортаж посмотреть. Да, конечно. О, уже 22 тысячи просмотров, между прочим. Ну а что, смену я сдал, я свободный человек. Сейчас переоденусь и к генералу. Сережа, ну куда спешить? Ты ночь не спал. И что? Не хочу я спать. И не буду я спать. Ну хорошо, не хочешь спать, пойдем погуляем. Но тебе надо успокоиться. На таком нерве к начальству не ходят. Да, насчет нервов это, конечно, правильно. К начальству нужно идти с уликами. Есть у нас улики? Там улик целый склад. После пожара улик не осталось. А где Маша? Она ж там вроде как снимала. Маша! Ты где? Что шумим? Ну что, они ждали? О, Костян, наконец-то доехал. О, как приятно, когда тебя ждут. Ну, здорово. Привет. Привет. Ну, знакомьтесь. Константин. Дима. Давай быстрее, там девчонки подходящие идут. Где? Вон, смотри. А давай я тогда вот так выйду. Ты еще голым пробеги. Ты пранкер или эксгибиционист? На, вот лучше. О-о-о. Еще. О, вот так. Ну что, как я? Страшный? Ну, без маски страшнее. Смотри. Я пошел на точку, ты пока подожди. Ага. Чтобы они прошли. И выпрыгивай. Чтобы они вперед побежали, не назад. Да, понял? Все, я понял, понял. Давай, не в первый раз, иди. Ладно. Эдик. Эдик, Эдик, а что это такое? Мы же домой ехали, Эдик. Опа. Мы еще рассвет проспали. Ну и ладно. Я хоть хотел, чтобы наше первое семейное утро началось красиво. Но мы типа птицы на седьмом небе отчасти, а там на холме наше гнездо. Эдик, какое гнездо? Ты куда меня затащил?
Я не понял, откуда море-то? Мы же на тросе поднялись. Эдичка, Эдичка, на каком тросе? Пожалуйста, давай вернемся домой, ты пожалуйста. Что, Катюнь, конечно, вернемся. Ну, смотри, красиво же. Красиво. Красиво, ага. Красиво. Катя, Катя. Господи. Больно. Эдик, зачем ты это, а? Ничего же страшного, ты чего? Так ничего страшного, там вода внизу. Так это лучше, чем земля? Черт, никак не становится. Чем лучше, а? Катя. Мы утонем. Катя, ты воды боишься? Ай! Я просто, когда была маленькая, чуть не утонула. Обалдеть. А я думал, почему ты каждый раз отмазу ищешь, чтобы на лодке самой не выходить в море. И на пляж не идешь. Обгорю. Ты врала мне, да? Эдик, не злись, пожалуйста. Да я не злюсь. Зачем врать-то было? Просто у тебя в семье все моряки. Тут я такая. Я думала, ты меня бросишь. Ну ладно. Все, не реви. Мы сейчас спасателей вызовем. МЧС слушает, что у вас случилось? Здрасте, а нас на воздушном шаре в море унесло. Значит, вы над морем, достаточно далеко от берега. Сейчас мы установим ваше местоположение и отправим к вам отряд. Семечкина, а что ты делаешь? У тебя ж пупок порвется. Ну ты не переживай. К нам наш врач приехал. Зашьет меня, если что. Доктор у вас солидный. Да, Прохоров отличный мужик. Спасатель крутой. И спокойный, как слон. Главное, чтобы от грузовика мог увернуться. Сань, ты его не слушай. Игорь тебя нарочно выводит. Влюбился, наверное. Семечкин, ты что ли влюбился? Я уж думал, не дождусь. Давай, бери дамы сердце, грузите снарягу в катер. Едем воздушный шарик ловить. Есть! Давай быстрее, заодно и доктора нашего покатаем. А нормальные люди вам там не нужны? Да пригодились бы. Только где ж их взять-то нормальных? Товарищ майор, а возьмите Игоря. Он правда классный спасатель. Ну, бегом посмотрим. Есть. Дим, хотел тебя спросить. Вербовать будете, товарищ майор? Куда? Ну, говорят, что у нас агент 007. Кто говорит? Имена, фамилия? Ладно, шучу. Скажи, пожалуйста, у ворот склада ты был в тот день, когда грузовик поехал? Ну да. Ты никого там не видел? Рядом со мной? Ну, или рядом с грузовиком? Да, вроде нет. Сначала Соня была, но она потом ушла. Куда? Да не знаю. Вы что думаете, он не случайно покатился? Да не знаю. Ну ладно, я пошла. Да, на хорошей высоте идут ребятки. Может, отпустим? Пускай до Турции летят, там снимут. Ага, наши погранцы их быстрее снимут. Методом пятачка. А я вот всегда мечтал на шаре покататься. А чего ж не полетал? Страшно? Дорого. А я каталась не так давно. Вот, Семечкин, женись. Невеста, видать, богатая, покатает тебя. Ничего не богатая. Я и сам Соню могу покатать, если что. Серьезно, Соня, если хочешь, я могу... Спасибо, Вить, мне второй раз как-то ни к чему. Да ладно тебе, Кружко, не ломайся. Семечкин, он уже почку продал. Касацкий, я смотрю, тебе поболтать хочется. На, звони потерпевшим, с ними болтай. Ага, уж они твой тонкий юмор оценят наверняка. Да это Игорь с самого утра решил о моем здоровье побеспокоиться. Алло, Эдуард? Это МЧС, мы здесь уже. Слушайте, у него кровь не остановилась до конца. Все идет и идет. Мы остановим, не волнуйтесь. Но вам надо бы снижаться потихоньку. Не надо. В смысле не надо? Да надо. Я только не знаю, как.
Там вентиль должен быть. Поверните, чтобы горелку выключить. Слушайте, тут вообще заполыхало все как на ракете. Так в другую сторону крутить надо. Вы же на Луну не планируете. Эдик, пожалуйста, давай лучше на Луну. Юль, ты домой? Да нет, хотела к пожарным сходить. Тихо, может, тихо. Они что-то видели на складе, что? Сашка сказал, что у тебя что-то есть. Сашка, Сашка, находка для шпиона. Лика у меня есть. Не могу сказать, какая, надо ее проверить. Ну, что ты опять химичишь? По твоей наводке в Сочи нас перевели. Юля, это не по-товарищески. Технофорум-то скоро пройдет. Техно что? Выставка международная. А, достижения народного хозяйства? Науки и техники. На ней презентуют новый двигатель. Водородный. Ну и? Ну и мы предполагаем, что китайцы этой штуковиной более интересуются. Китаец? Уж не тот ли китаец, который нас чуть на Волге не взорвал? И на которого Мусоргский работал. Вы про что опять? Про Мусоргского? Да ну нет, просто воспоминания нахлынули. Ну что, куда пойдем пройдемся? Розе по набережной? Да. Сейчас только переоденусь. Хорошо. Я отойду на 10 минут, хорошо? Крюся, не волнуйтесь, я здесь подежурю, мышь не пролетит. Только, пожалуйста, смотрите за шкафом, ладно? Понял, понял. Давайте я на всякий случай здесь свой телефон поставлю и камеру включу. Чтоб наверняка. Хорошо, спасибо. Там спустится, если газ не поддавать. Да такими темпами они еще час будут спускаться. А там у девочки кровь идет. Клапан включи! Там над вами веревка должна быть. Потяните за нее. Клапан откроется. Горячий воздух выйдет, шар сам опустится. Видите веревку? Вижу. Тяну, ничего не получается. Да в смысле не получается? Сильнее тяните. Слушайте, я ее оторвал. Она там наверху, высоко, не достать. Господи, что же с нами теперь будет? Не переживай, Катюнь, разберемся. Возможно, горелка опалила веревку, и она оплавилась. Но не паникуйте там. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Ну и что мы придумаем? Ну, когда придумаем, скажу. Николай, вообще есть предложение. Ну? Давайте я как-нибудь до этого троса допрыгну, а потом как-нибудь на руках доберусь до этого клапана. Сомнительное предприятие, конечно, Семечкин. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет. Давай! Давайте лучше я половчее. Нет, Игорь, ты давай за руль и удерживай катер под веревкой. А мы все на корму, нос выше поднимем. Есть. Готов, Семечкин? Ага. Игорь, катер ровно держи, удерживай! Давай, Семечкин. Рано! Давай! Витя, ты цел? Да цел он, цел. Смотри, как гребет. Налет был неудачный. Я кое-что придумал. Из веревки оборваны. Можно ступени связать. А к чему ты веревки привяжешь? К тросам подвески. Я по ним заберусь до купола. Дерну за веревку. Клапан откроется. Слушай, парень, идея хорошая, но очень рисковая. Ничего не делай, а то сорвешься. Не дай бог. Ты что сорвусь-то? Я моряк. Эдик, пожалуйста, не надо, они правы. Катюш, это работа моя. Узлы вязать. Да по мачтам лазить. Ну какие мачты на баркасе твоем, Эдик, перестань.
Апкин, вы кого сейчас берете? А, Игнатова. Как у вас сегодня? Забито? Мне нужно еще одного массаж поставить с астмой. Не надо мне глазами буравить. Найдите полчаса. Валитка! Эх, Семечкин, Семечкин! Эдик, слезь, не могу на тебя смотреть! Ну не смотри! Ты же воды боишься, а не высоты! Не надо никуда лезть! Жену слушай! Да ладно, пусть попробует. Ага, ты его будешь потом по винтикам собирать. Ну почему сразу по винтикам? Может, он ловкий парень, в отличие от некоторых. Косацкий, это ведь ты нарочно вильнул. Ну, чего? Ты вильнул, чтобы я не допрыгнул. Ты сейчас опять купаться пойдешь, слышишь меня? Парни, хватит собачиться. Надо сейчас думать другие варианты. Я понимаю, что тебе плевать на мое мнение. В конце концов, кто я тебе такая? Даже не жена. Да брось, что ты такое говоришь? Ты моя жена. Ну, почти. Ты мать моего ребенка. И никогда не плевал на твое мнение. В общем, я считаю, что тебе не надо лезть в эти местные разборки. Мусорский, помнишь, тебя чуть не закрыл. Это я, дурак, тогда виноват. Сам подставился. А сейчас поумнел? Да. Я почти отец. Поэтому нужно делать все аккуратненько и спокойненько. Без психов. Мужик! Сережа, Сережа, не надо! Мужик, ты чего, не бей! Я тебе... Мы же пошутили! Постой! Сережа, подожди, мне нельзя бегать! Сережа! Ты в воду упадешь и утонешь. С чего мне тонуть-то? Если бы не истерила, давно бы уже спрыгнули и все дела. Страшно все-таки. Да, парень отчаянный. Да ладно, он моряк. Моряк. Не рухнул бы этот моряк. Типун тебе. Сейчас я тебя... Ногу сломал! Это я во всем виновата! Тихо, милая! Никто не виноват! Крови нет? У меня? У тебя есть, я знаю! А у мужа? Тихо! Ну, вроде нет! Это хорошо! Значит, перелом закрытый! Скоро мы к вам поднимемся! Поднимемся. Как подниматься-то будем? Да как хочешь! И так минус две ноги. Сейчас до рук дойдет. Николай, слушайте, а если я вам на плечи встану, то я до веревки-то дотянусь. Ну, мысли хорошие. Да у Семечкина в принципе много хороших мыслей, только вон исполнение хромает. Давайте я на этот раз. Нет, Игорь, ты слишком здоровый. Не удержишься на качке. Нужен кто-то пошустрее и покомпактнее. Сонька, давай ты. Я? Боишься? По-хорошему, надо бы мне туда. Нет, я не боюсь, я готова. Тогда подожди. На, меднабор возьми. То есть рекомендации лечащего врача для вас пустой звук, правильно я поняла? Ну что вы, Мариночка, я только на минуту вышел. Вам было сказано сидеть в палате. Вы ингаляцию когда последний раз делали? Ну-ка, марш. Бегу, бегу, бегу. Бегать не надо. Как скажете, Мариночка. Только вы на меня, пожалуйста, ну не сердитесь. Если на каждого пациента обижаться, то... Владимир Александрович, знаете ли, я в курсе, что вы психоаналитик. Но... Сейчас вы здесь на лечении, вы не на работе. И меня лечить не надо. Не надо! Семечки, не подкачай! Держи катер ровно! Готово? Ага. Давай. Давай. Вы море скажите, чтобы не качало. Молодец, так держать.
Соня, готова? Да. Пошла. Зачем? Премию Дарвина буду вручать. Вы его не убивайте, пожалуйста. Я что, похож на бандита? Или, может быть, я, сбитая в руках, людей пугаю? Ну что, шуток, что ли, не понимаете? Я нет. А в полиции понимают. Ну-ка, давай, слезай! Ага, ща! Лень, ты дальше-то не лезь! А ну, отставить! Отставить! Я как тресну! Сережа, не бей его, пошли! Да нужен он мне, бить его! Я тебя прошу! Он и так стукнутый на всю голову! Лень, ты слышал, они тебя бить не будут! Давай спускайся! Да не могу я! Боюсь! Новое дело, меня! Разбиться боюсь! Да Сережа, он же спасатель, он вам поможет! Слезайте! Сережа. Да уж, котов с деревьев снимал, а гамадрилов нет! Сережа. Не приходилось. Ты печу. Все-таки залезли. Да не так уж и высоко. Простите. А мы что, уже над водой, да? А, ну нет. До воды еще как до луны. Ага. Потерпите немножко, я скоро помогу. Осторожно, пожалуйста. Кать, не мешай. Все, молчу. Это как это он? Ну как вы? Не устали? Нет, нормально. Я так еще долго могу. А, вот они. Ну вызовем машину пожарную с лестницы. Пока этого дурака спасала бы пожарная машина, где-то горели бы люди. А если он мне его продырявит? У меня раньше только детишки прыгали. А он и есть дитя малое. По интеллекту лет 5. С такой высоты. А вдруг его батут наружу выбросит? Это дело. Отойди, Зоя, пожалуйста. Пока. Хорошо, хорошо. Давай, прыгай! Да вы чего? Страшно же! До веревки не достала? Вы там решайте, а я пока жгут наложу. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Потерпите. Сейчас, сейчас. Смотри, силища какая, нечеловеческая. Игорь, да брось ты, тут даже лебедкой не утянешь. Отпусти, я сказал. А если Соня распорит полотно шара, он же тогда сам опустится? Снизу распорит, горячий воздух все равно наверху. Николай, давайте я все-таки попробую добраться, а там Соне помогу до клапана залезть. Отставить, Семечкин! Нам на сегодня травмированных достаточно.
Что вы делаете? Порчу красивую вещь. Сейчас я тебя собью, как... Все. Раз. Я понял. Два. Я прыгаю. Хватит скакать. Давай слезай. Спасибо вам. Правда, спасибо. Не за что. Обращайся. А может, полиции не надо, а? Может, и не надо. А вот батут на место отнести надо. Да. Держите. Нам чужого не нужно. Ну что? А вы нам поможете? Что? Нет, не поможет. У него спина больная. Да. Пошли, Сережа. Пойдем. Изучим мы с вами, ребятки. Через полчаса усиление ветра. Значит, ждать нельзя. А я о чем? Семечка, ты куда? Неугомонный-то, а? Тьфу ты! Соня, рыцарь к тебе ползет! Вить, держись! Чуть-чуть осталось. Все нормально. Руку давай, рыцарь. Ну что, дракона убил? Зачем убивать? На базу его возьмем, стажером. О, тишину наложила. Молодец. Ну, как смогла. Значит, Сонь, давай сначала, в общем, ты на меня залезешь. В смысле, по мне. Поняла я, давай. Тебе же там чуть не хватило. Залезем, я тебя подстрахую. Только ты не бойся, хорошо? А чего тут бояться? Ребята, мы сторону вас. Николай, вы не волнуйтесь. Работаем, все под контролем. Принял. Не торопись, Вить, ладно? Спокойно работайте. Да, вы уж, пожалуйста, мы никуда не спешим. Да вы не беспокойтесь, мы отдыхаем, катаемся. Ну, погнали. Я не боюсь. Кать. А что, Эдик, больно? Я сейчас, мы уже скоро. Ты меня прости. Дебильный сюрприз получился. Ну, почему? Очень даже весело. А, смелее. Ага. Есть! Молодец! Что-то быстро он пошел. Давай прыгать. Ровнее. Игорь, дай чуть-чуть вперед. Помалу. Вот. Сиди. Кость, давай, сейчас я пойму. Давайте помогу. Идет. Зеленая сама пойдет. Игорь, цепляй. Отлично. Трупы надо резать, мужики, а то сейчас шарик воды наберет и будет у нас не лодка, а подлодка. Ну, с прибытием. Ну все, молодежь, приехали. Как вы тут? Ходим. Мой Эдик. Тихо, аккуратно. Мы на лодочке. Ох, это не лодочка, а целый круизный лайнер.
Опа, осторожно. Вот, вот. Ой, осторожно, осторожно. Аккуратненько. Костя, осмотришь ногу? Да, конечно. Давай, давай, давай. А он вышел. Давай. За шею меня обхвати. За шею, за шею, за шею. Давай. Тихо, тихо. Давайте, выбирайте. Давай, давай, давай. Отлично. Давай туда. Давай, Сережа. Хорошо поработали. Молодцы. Дай сумку мою. Сережа. Ну что, я же тебя защищал и нашего малыша. Я знаю. Но с таким железным самообладанием тебе лучше к Ежову не ходить. Ладно, не пойду. Правда? Правда. Что-то ты какой-то покладистый вдруг. Подозрительно. Я к Ежову не пойду, пока доказательств не найду. Ага. Вот так. Понятно. Ладно, Кружко, признаю. Ты сегодня на высоте. Во всех смыслах. Спасибо. Вон, смотри, вон Пашка. Наверное, волновался за нас. Да что-то не особо. Ну почему же? Вон как скачет. Видимо, от полноты чувств. А может, мочевого пузыря? Ребят, ну слава богу, я вас еле нашел. А ты искал, да? Что ж не позвонил? Ну, я увидел, что трос оборванный, набрал МЧС, а мне сказали, что вы уже едете. Да. Проснулся, а шара нет, да, Паш? Да. Опа! Отлично. А что это у вас с ногами такое? Ну, ты серьезно, нас в небо запустил? И уснул! А ты думаешь, он ради нас тут скакал? Неужели ради нас? Нет, ему кореша за шар голову оторву! Ой, зря ты так, Эдь! Ну вот, отлично! Забирайте свою мандулу, а то мы не знаем, что с ней делать. Вот вам корзиночка для грибов, а шар он большой, найдете. Там веревочка от клапана была обожжена, знаешь почему? Не. Ты ж тот шар неправильно разложил. Ничего, научится, если найдет. Ведь надо же, у них у обоих левые ноги травмированы. Да потому что муж и жена одна сатана. Четыре, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят Владимир Александрович, извините, я телефон принесла, не могла раньше отойти. А ничего, спасибо, Люсенька. А, ну как дела? Двух таблеток в пузырьке не досчиталось. Ну, как? Может, когда меня Марьяна-то прогнала, вор и подсуетился? Давайте же видео посмотрим. Давайте. Это бланк слетел со стойки. Я когда подошла, ваш телефон так и стоял, прикрытый листком. Что так, это бланк взял сам, слетел, что? Ну, сквозняк. А, или вы думаете, это Марьяна? А может, она вас нарочно выгнала? Нет? Не знаю. Там еще массажист проходил огромный такой. Так. Разговоры, беседы, мы ингаляции не делаем, да? Делаем, делаем, все уже, включаю Мариночку Ивановну. Люся, брысь отсюда.
Владимир Александрович, вот вы мне скажите одно, вы нормально будете лечиться или нет? Марьяна Ивановна, а чего домой-то не идете? Рабочий день закончился уже. Я же не могу уйти, вот из-за таких, как вы, пациентов. Вы не хотите. Дома-то, небось, пусто, покричать не на кого. А тут хоть какая-то жизнь. Марьяночка! Психоанализ – дело тонкое. Так, мужики, если вы над нами ржете, мы будем серьезно с вами разговаривать. Не пугай, нас уже ничем не напугаешь. Мы тут фильм ужасов смотрим про Гиреева. Так а чего? Саид же поехал с Ежовым проблемы решать. Так вот, уже разобрался, похоже, смотри. Я тебя. Иди сюда! Мой хороший командир у вас. У нас весь отряд такой, Игорь. Товарищ майор, моя смена закончилась. Разрешите идти? Ты еще здесь? Где моя бита? Ой, я тоже пойду переоденусь. Может, не надо? Тебе даже идет? Давай еще раз. Он пошел на Иди сюда! Чем? Не летаете? Уже хорошо. Ну, нашла что-нибудь? Нет, почистили все, красавцы. Идемте. Вот здесь вот была выбоина, а? От взрыва? Да. А теперь ничего нет. А следы от пожара оставили. Соображают? И что, нам теперь ничего не светит? А что Грек говорил про какую-то улику? Да я осколок здесь нашла от баллона. А на нем буква «Не». Это какой-то газ. Это уже хлеб. Да так себе хлеб. Мы теперь доказать не сможем, что осколок отсюда. Что теперь делать? Будем выяснять, что за баллоны, что за газ. Варя. Я подумал, квартиру эту тебе оставить. Сам пока поживу на базе. Слышишь? Я говорю, решил квартиру тебе оставить, а сам пока... Ух ты. Прощальный ужин. Валер. Ты прости меня, пожалуйста. Не знаю, видно, осень скоро. Что-то на меня такое нашло. Нормально на тебя нашло. И что же ты, каждую осень со мной разговариваться будешь? Ну нет, конечно. Просто как-то накопилось, навалилось. Депресняк какой-то. Забудь, ладно? Садись есть. Да. Что? Хитро.
Просто представила, как я без тебя, одна. В общем, не смогла себе этого представить. Валь, я понимаю, ты не хочешь одна, но это не решение вопроса. Тебе же плохо, ты несчастна. Ты говоришь, у нас не семья. Ну, семья, конечно. Валера, пожалуйста, забудь. Вот ешь вот салат, твой любимый. Забудь, ну легко сказать, забудь. Если есть проблема, ее надо решать. Давай, давай ребеночка родим. Хочешь? Роди. Блин, я серьезно. Слушай, ну одного же моего желания недостаточно. Я же знаю, что никогда не хотел детей. Мало ли, что я не хотел. Раньше не хотел, сейчас я возьму и захочу. Ну да, потом ты меня разлюбишь и бросишь меня одну с ребенком. Поэтому ты решила меня бросить сама, превентивно. Я решила, Валер, никогда тебя не бросать. Не бросай меня, Валь. Ну как я без тебя? Что ищем? Документы на груз. Должны же быть у них какие-то накладные. А то они дураки. Пол заделали, а документы на груз не удалили. Так я в удаленных и буду смотреть. Умно. Угу. Ну вот. Что? Накладная на 40 баллонов. Гелия? Ну понятно, значит, буквы на осколке были латинские. А при чем тут гелий? Он бы не сгорелся. Гелий им нужен для техноформы. Вот черт, действительно, техноформ. Я так и знала, это он. Кто он? Китаец? Ага. Куда? Куда? Что, что, что? Да удаляются файлы. Хоть так, я не знаю. Уходим, все. Окно. Уходим отсюда скорее. Скажи, а что ты говорила про технофорум? Это он, кто он-то? Ну, мужской род, он все правильно. Так, Юля, ты не Юли. Ты думаешь, это китаец оставил баллоны? Я не знаю, кто. Будем выяснять, а выводы делать рано. Так. Ага. Ты прям на все руки шпион. Пожалуйста. Только не говорите, что вы Алла. Ну, могу не говорить. А почему? Слушайте, мне звонили насчет вас. Я сразу сказал, это не вариант. Ночью были ливни в горах. Вода поднялась, да и река бурная. Я на такой маршрут даже с опытным напарником не пойду. С вами уж тем более. А я ни разу не сплавлялась. Вот и подождите дня два. Простите, но я не могу ждать. У меня уже завтра самолет в Москву. Мне нужен маршрут этот сегодня пройти. Ну, надо. Проходите. Послушайте, дайте лодку на прокат. Вы нормально? Ну, если вы не дадите, я у других возьму. Это не мой каприз, поймите. Да я бы в жизни... Ну, я работаю ассистентом у Бояровой на телешоу. Может, видели «Круто круче»? На камеру сплавляться будет она. Ну, а мне нужно проверить... Иначе меня уволят. А у этой Бояровой еще много таких? На случай, если вы утонете. Ладно, пойдемте переоденемся.
Допустим, кто-то украл осколок. Это не значит, что он работает на китайца. Это значит, что он работает на Будилова. А если Будилов китайца? Хорошо. Кто из наших может работать на Будилова? Да проще сказать, кто не может. Семечкин. То есть я могу? Да запросто. Ты вот в кафе возил меня недавно, да? Где деньги взял? Юль, Ладно, хорошо. Из наших никто, а из них кто угодно. Может быть, Касацкий? Чего сразу Касацкий? Ой, привет. 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 Ну, допустим, характер у него неприятный. Так у меня не лучше. Согласен. А вот Соня... Ты знаешь, кстати, в тот день у склада она зачем-то второй раз полезла в грузовик. А потом он поехал. Это есть у Маши на видео. Мало ли зачем, может быть, оставила что-то. Надо было у нее спросить. А, я понял. Единственная девушка в отряде самая подозрительная. Она просто в отряде недавно. Слушай, подкупить можно кого угодно. Мы такие случаи знаем. Даже Дронова. Ну да. И Дронов годится. И Нефёдов. Разве что Ашот. Нет, Ашот не мог точно. Ашот? А это кто? Это командир корабля Рафик Алабян. Прирожденный пилот. На земле жить не может и другим не дает. Орет, как истребитель. Ну а что ж ты его сюда-то притащил? У тебя же выходной. Ага, это у моих родителей выходной. Понарожали, а сами в ресторан. Так это что, твой брат, что ли? Я думал, сын. Никогда. Слышишь, никогда. Давай я помогу, а ты отдохнешь. Иди, мой хороший! Да это не истребитель, это бомбардировщик! Юля, хочешь подержать? Я бы рада, но я не могу, мне пора уже убегать, так что... Куда? Куда? Товарищ Аверина, вы дезертир! Да, не готова она к семейной жизни. А ты? А я? Я вообще ни разу. Еще раз. Жилет не снимать, шлем не снимать. Я ничего снимать не буду, только видео. Итак, как держим весло? Одна рука сюда, а другая сюда. Отлично. Если лодка ударилась или накренилась? Тогда хватаемся за веревку, чтобы не вылететь. А если вылетим? Ну, тогда вы плывете к берегу, а я тону и ору. Как вариант. Только когда будете орать, попробуйте ухватиться за веревку. Хорошо. О, Макс, а ты здесь чего? Здрасте, дядя Сереж. А я подумала, вдруг водитель погрузчика уже вышел из комнаты, так я у него интервью возьму. Да не вышел. Не факт, что выйдет. Я говорил с доктором. В общем, все плохо. Ты давай, Маша, иди отсюда. Найдешь другой сюжет. Давай. Не пойду. Я журналист, кто бы что ни говорил. Если уж взялась за тему, то не сдамся. Вот. Они меня еще узнают. Кто они? Фомин? Сдался мне ваш Фомин. Будилов узнает. Он должен за это все отвечать. Должен. Должен-то должен. А... Ладно. Дядя Сереж, дайте вы мне интервью. Вы же там были. Видели собственными глазами, как наши спасатели собой рисковали. Вот и не молчите. Нельзя молчать. Скажите, что вы думаете по этому поводу. Отличная река. Калерия Павловна, вам бы понравился. Макияжу вашему сразу кранты. Калерия? Ну, Валерия. Это мы ее так зовем. Опа, аккуратней. Да не дергайтесь вы так. Калерия Павловна, катапультируемся. Здесь.
трудно улететь. А ваша калерия это видео смотреть будет? Конечно, будет. Я же для нее головой кручу, чтоб ее тошнило. А вы звук не пишете, что ли? Нет, что вы. Да меня бы за такое сразу под зад ногой. Ей звук не важен. Ей картинка нужна. Слушайте, а зачем вам эта работа? Аккуратно. Рисковать собой ради какой-то фифы капризной и стиля ящика. Ну, такое себе. Ну, а чем ваша работа лучше? Пришла какая-то капризная фифа, требует самый опасный маршрут, а вам из-за нее пропадает. Ничего, может, не пропадем. Так, держитесь, впереди пороги. Нужно действовать синхронно. Ого, Калера, доставай попкорн, у нас начинается веселуха. Так, кстати, когда я говорю держитесь... Так, я одной рукой держу весло, второй веревку, беру. Сергей Саидович, скажите, мог ли водитель, который лежит вон в той палате, одним окурком поджечь целый склад? Нет, не мог. Слышите меня? Не мог. Вот так вот. Люди видели взрыв, а наши спасатели видели следы от этого взрыва. Вот так вот. А руководству надо было придумать что-нибудь посерьезнее. От окурка, взрыв. Тоже знаете ли. И самое обидное, что этот бедняга и так получал копейки, а сейчас лежит в коме, и не факт, что выживет. Они решили повесить на него всех собак, чтобы прикрыть свои задницы. И как вы считаете, можно ли Ивана Будилова отдать за это под суд? Что значит можно? Нужно? Вот так вот? Ладно, давай, выключай. Ну, давай, выключай. Нужно-то нужно. А как его посадишь, сволочь? Без улик. Он сам на меня подаст в суд за клевету. Давай, стирай. Да ладно, я сотру. Я прошу тебя, сотри при мне, я знаю тебя. Ну, давай, покажи. Да все, стерла. Все, давай, как там говорят? Чмоки-поки. До свидания. Да. Телек берем? Технику не надо, это палево. Слушай, если мы каждый ящик будем открывать, мы тут весь день проторчим. Каждый не надо, чуйка нужна. Фига себе, Семёныч. Ты реально талант. Да, я мастер. Забираем. Греби чаще. Я грибу. Стараюсь. И раз. И два. И три. Давай, давай, греби. Держись.
Это сундук. Откроем? Открывай. Ну, что там? Никита! Я не буду никого подключать, никакого блата, слышишь? Мы все сделаем по правилам. Нет, не закрыт, у них тендер до завтра. Вы знаете, у меня такие салфетки классные есть. Я вам сейчас дам, вы все очистите. Я их всегда с собой ношу. Спасибо. Ага. Вы так безупречно выглядите, даже не скажешь, что у вас бывают пятна. Ну, это сейчас. Вот когда у меня был завод, на 5 минут в цех зашла, и все. У вас был завод? Как вы с ним управлялись? Да вот так же, как вы, носилась в огне. Тендеры всякие выгрызала. Кстати, вот помню, тендер водоканала на поставку труб просто вот зубами выгрызала. И выгрызли? Да выгрызла, да. Только вспоминать до сих пор страшно об этом. Вы тоже к Трелисскому? Да. Я могу вас пропустить, я никуда не тороплюсь. Не надо, я лучше посижу, выдохну. Такой день. Может, вы меня подождете 5 минут, потом кофе пойдем пить. Как раз про трубы мне расскажете. Ну, давайте. Ой, а у вас тоже трубы? У нас другие трубы, железные. Ничего себе, убежал. Алло, МЧС? Приблизительное время начала ЧП 11.54. Высылаю координаты отправной точки. Скорость течения 3,2 метра в секунду. Ветер 4,8 метра в секунду. Постарайтесь перехватить ее до порога. Ну и как ему теперь памперс поменять? Ты меня спрашиваешь? Придумай что-нибудь. Что я придумаю? Он прячется от меня. Ты же роды принимал. Памперс поменять не может. От меня, благо, роженицы под столом не прятались. О, пополнение в наших рядах. Униформу стажёр подбираете. Сонечка, ты ведь женщина. Это факт. Кто вам такое сказал? Нет уж. Ну, побудь с нами немножко. Я еще не проснулся, материнский инстинкт. Да. Дружко, на вызов. По реке девушку на рафте унесло. Все, пока. Ой. Ну что, Рафик, нет у нас больше друзей, да? Скажи, один тыглик у нас настоящий товарищ. Так. Это ты сейчас на что намекаешь? Слушай, раз уж ты такой хороший друг, отпустишь меня на полчаса? Это куда? Просто там одна девочка, я ей пообещал, если сейчас отменю, обидится навсегда. Ах ты, жук! Ты специально на базу приехал, чтобы кому-то пацана вручить? Грек, ну реально, полчаса. Одна нога здесь, другая там. Вопрос жизни. Иди отсюда. Ах, испорку! Чего, где я ее возьму? Распитай что-нибудь. Давай думать, что делать.
тебя. Река здесь, видимо, бурная, да? Да. До другого берега в одиночку добраться нереально. Так-то она не самая бурная. Вот мы когда в Замбии сплавлялись. Ах да, я забыл. У нас тут стажерка-миллионер. Ну, начинается. Если я где-то была, кроме Абхазии... Ага. И на воздушных шарах летала, и хобби у тебя космический туризм. У тебя космический комплекс. Я так понимаю, пороги есть. Да, тещины перекаты. Главное, до них девчонку перехватить. Вот хорошее место, можем здесь перехват устроить. Нет, лучше вот здесь, повыше, где река изгибается. Мне кажется, мы туда не успеем. Кружко, а мне кажется, что ты стажер. Езжай в Замбию, там и спорь. Кажется ей. Есть не спорить, товарищ капитан. Нога, Калерия Павловна. И тут маршрут мы заканчиваем. И... Я смотрю, здесь течение довольно спокойное. Ну уж простите, не Замбия. Короче, как она появится, мы ее на реке перехватим. И просто в нашу лодку втащим. Давай, помогу накачать. Спасибо, доктор, пока сам справляюсь. Я вообще надеюсь, вам сегодня работать не придется. Зачем ты его достала? Ниже по реке посмотрю, вдруг она уже тут проскочила. Не доверяешь ты Кружко старшему по званию, а зря. Доверяю, но проверяю. Тещины пороги, да? Это то место, куда сочинцы привозят своих тещ? Понятия не имею. Тещи обзаводиться пока не планирую. Уверена, что там вообще кто-то есть. Так человек же там мелькнул. А соседи уехали до вечера, я это точно знаю. Может, пораньше приехали? По-хорошему, надо бы группу дождаться. Куда я туда один-то? Без оружия. Так сбегут же, Матвей Михайлович, пока эта группа до нас доедет. Семёныч, он заснул? Да хрен его знает. Вроде не храпит. Так, может, снимешь его? А как? А если он опять душить начнет? Слушай, если все равно его никак не снять, давай я с кухни нож притащу и голову ему с плеч. С каких плеч? С каких? С твоих. Давай, я ж не пойду вот так с ним по улице. О, самый острый нашел. Где у него башка тут? Так, граждане, холодное оружие на пол, аккуратно. Уйди с дороги, мусор! Спокойно, начальник, это не тебе. Ага, нож он просто так в руки взял, да? Бросай! Руки. Господи, это же он Кузю хотел зарезать! Теперь идет слон. Слон тоже любит пюре. Ммм,
А теперь вместе со слоником, мам! Да. Ладно. Давай попробуем вот так. Весело вас тут. Грек, а питона изобразить можешь? Я уже весь зоопарк изобразил. Ладно, к настоящему питону семечки напошлю. Держи, обезьянка чи-чи-чи. Коля, ты как свою Машу кормил? Кормил? Да я бегал от нее. В смысле? В смысле? Порцию свою прятал, чтоб не съела. Прожорливая такая была. А, понятно, в кого она. Алло. Да, давай приезжай быстрее, он не жрет твое пюре. Не кушает. Одни баранки лопает. Я не знаю как. Давай, приезжай. Грузанешь? Надоело, утырок! Я тебя сейчас своими руками зашибу! Будь человеком, а! Подвези, там девчонку по реке унесло. Хочу поймать до тещиных. Так может, она уже утопла. Может и нет, она в лодке. Помоги, а! Ладно, давай. Молчит наш товарищ майор? Молчит. Внизу по реке никого. Какой майор? Вот этот. Мы дрон так называем. В честь нашего майора Дронова. А командира дроном? Хорошо, что не дрыном. Вон она, рядом уже. За поворотом. В лодку, быстро. Держи. Я вдоль реки поеду, если что, на связи. Давай за ней, быстро! Спасите! Спасите! Черт! Вытяните неначальник, у меня все затекло! Зверюга! Да сам ты, зверюга, ворюга, убийца! Я каменный. Надо вызвать серпентолога. Кого? Еще скажите этого факира с дудкой. Спасатели уже выехали. Да они же не умеют со змеями-то обращаться. А если повредят его? Так вот, Юра-то с Людочкой вернулся, они же помрут от горя. Сорвали куш, называется. Завел ты меня, Семенович. Заткнись ты. Кто тебя просил орать-то? Ты что? Здравствуйте. Здравия желаю. Ух ты, какой шарфик у вас красивый. Ну, будем снимать. Ради бога, осторожней с Кузей. Кузя, это вы? Из-за тебя же упустили! Из-за меня? Я же говорила, надо было ниже перехватывать! Надо не говорить, надо делать все быстро! Хватай! Алла, не греби больше! Я к тебе залезу! К берегу плыви! Ты как? Как вы? Нормально. А
что с рукой? Да плевать, машина где? Да вот она. Машину водишь? Да. Давай за руль, я по дороге смотрю. Прямо к тёщиным перекатам гони. С каким-то ивент-агентством рехнуться можно. А у вас целый завод. Да все, уже нет завода. У меня такое ощущение, что и меня нет. Малыш есть? А меня нет. Говорят так у многих. Ребенок все вытесняет. Он главный. А с другой стороны, что может быть важнее? Ну да, я тоже думала, что ничего. Сейчас не знаю. И у вас предродовая депрессия. О, спасибо. Вот посмотрите на меня. Спасибо. И представьте, вот вы бегаете целыми днями, решаете задачи, проблемы, заказы, тендеры, а внутри вас пуст. И мужчина ваш, Сергей, да? Да. Вот вы смотрите на него и ждете, когда он найдет себе помоложе, чтобы нарожал ему. Алла, ну зачем так думать? Или вот вам надо уехать, а он пока вас нет? Да любой найдет, если захочет. Ребенком никого не удержишь. Да, но зато у вас останется ваш главный человек. В общем, вам не надо грустить, Зоя. Ну, хорошо. Я постараюсь. А вам не надо в офис? Вы не торопитесь? Нет, спешить некуда. Слушай, я вас пригласила. Да и они там управятся без меня. Я не поеду. Мне сегодня в командировку летать. Опять завидую. Надолго? На пару дней. Вернусь, увидимся, ладно? Да, конечно. Я с удовольствием. Если б ты кружком гребла так, как ты водишь. Так там ты Аллу не упустил. Ага. Так, ну что будем делать? На берегу ее ждать? Да, только на разных берегах. Я перейду на тот берег. Куда ты собрался? Какой берег? У тебя сильные ушиб, тебе руку надо поберечь. На тот берег пойду я. Мне это не обсуждается. Вообще-то я возглавляю эту операцию. Вот и возглавляй. Стой на берегу и командуй. Так. Кузя, расслабляемся. Бесполезно, я уже пытался. Фу, Кузя! Да, собака проще договориться. Слушайте, а может, вы с ним как-нибудь договоритесь? Он же вас знает. А я так, как же ж я договорюсь-то? Ну там, погладить его. Не-не-не, вот это ни за что. Чудище такое гладить. Так, ясно. Значит, будем вырубать. Где у нас там шприц? Так а вы что? Вы что, убьете его? Он же чудовище. А мне человека надо спасти. Какой же он человек? Он вор! Так, ну это уже суд решит. Да. Так, развязывайте с хвоста. Разматываем, разматываем. Вот так. А как же теперь? Ты его хранить, что ли? Ну зачем же? Молочка ему дадить. Он, когда проснется, голодным будет. По себе знаю. Пожалуйста. Водички? Пожалуйста. Спасибо, друг. Не за что, брат. А теперь поешь со мной. Пойдем. Идем, идем, идем. Смотри. И а теперь трюк. Хождение на руках. Оп. Пошел. Оп, оп, оп. Оп.
привет! Привет! Это была самая большая катастрофа! Так, я сдаюсь. Сдаюсь, только не грузи. И теперь полетели! Да, согласен, не очень интересно. А веревки-то хватит до того берега? Хватит, хватит. Главное, чтобы у вас сил хватило. Хватит. Ну все, вперед. Доктор, осторожно! Да не тяни, ты фиксируй просто. Вы ушиблись? Все нормально. Не боись. Стравливай, стравливай. Вы точно не поранились? Все нормально. Успокойся своим материнским инстинктом. Он не маленький, ничего с ним не будет. Не знаю, как на вашей планете, а мы, люди, переживаем друг о друге. Иногда. Меня цепляй, быстро! Доктор, держитесь, я сейчас! Алла! Алла! Держись, я иду! Никто никуда не идет, страхуй лучше! Мы когда будем дуру эту загонять? Какую? А эту я не смотрел еще. Мне вон только корыто нужно дожать сегодня. Так они 3 дня уже ждут. Так все ждут. Прошу прощения. Здрасте. Вы за той ласточкой? Нет, я по поводу вон той дуры. Я ж тебе говорил. Так мы ручник не меняли еще, и бампер тоже. Завтра заберете? И завтра не заберу. Это не моя машина. Это машина, которая чуть было не убила моего клиента. Клиента? Я адвокат. И мне нужно осмотреть ручник, пока вы его не поменяли. А вы как его смотреть-то собираетесь?
что, неплохая реклама. На ворота сервиса повесим. Ага, только пусть такой рекламы тянет, пусть на работу жена. И правильно сделает. Лучше вам тут вообще не появляться, если вашу рекламу увидит мой муж. Понял. Ну и что вы там нашли? Ничего. Ручник в порядке. Вот и славненько, в порядке, значит, ручник. Скажем, что поменяли. Да бросьте! Что значит бросьте? Это ж казенное имущество. Что, тебе помочь там? Справлюсь. Ты молодец, Кружко. Молодец. Папочка. Прости меня, пожалуйста. Я лодку оплачу, всю оплачу. Да успокойся ты. Жива и слава Богу. Не могу. Мне очень стыдно перед тобой. Я такая дура. Бог показывает. Да не ты. Показывай. Да ладно. Что ладно? Вставай. Ух ты. Держи. Ерунда, царапина. А ты совсем не дура. Еще какая дура, и трусиха жуткая. Аллочка, ты очень храбрая. Приходи в МЧС работать, нам нужны такие девушки. Я как раз думаю уволиться. Точно? А как же твоя холера без тебя? Ничего, справится. Так, значит, в город приедешь, обязательно покажись доктору. Пусть он тебя осмотрит. Понял? Не хочешь в кино сходить сегодня? Я сказал к доктору. Значит, к доктору. Вот так всегда. Спасает один, а в кино ведет другой. Один. Совсем один. Ты ее тоже в кино сводить хотела? Очень. В общем, с ручником все в порядке, просто кто-то его опустил. Или не поднял. Может, Соня его просто не дотянула? А вряд ли. Костя говорит, она водит как ас. Даже Касацкий впечатлился. Да, вот это уже интересно. А еще выяснилось, что она девушка не бедная. Ну да, это я тоже заметила. Кроссовочки, часы, все у нее люкс. И на самом деле, в тот момент, когда я осколок Сергею передавала, она была неподалеку. Во всяком случае, ближе остальных. И Будилова мы в этом разговоре тоже упоминали. Получается, это она могла осколок взять? Могла. Я когда за сумкой пришел, она ближе всех была. А еще потом как-то зыркнула странно на меня. Все сходится. Лучше не по телефону. Я скоро подъеду и обо всем поговорим, да. Интересно, с кем-то она. Ну, как, мужики? А то. Мой борщ. Нет, вы посмотрите, я за ним специально приехала, а он сидит, борщи наворачивает. Бери хлеб. Волин борщ особенный. Он его делает раз в 50 лет. Угу. Спорим, завтра все сожрут. Да 100% сожрут. Я вот только на работе могу по-человечески поесть и приготовить. Дома все Машка сметает. Все еще хомячит? Ой, хомячит. Молодой растущий организм. С детства была обжорой. Дочка у него. Да, я прям за нашего волнуюсь. А ты не бойся, ничего, прокормим Колиным борщом. А вы, Зоя, помнится нам, вы нам обещали, кажется, пирогов ягодных. Да, обещала, но я сегодня хотела испечь и не успела. Простите. Это чем ты таким занималась весь день? Я у врача была. Спасибо, кстати, очень хороший врач оказался. Доктор Трилицкий, так он гений же, конечно.
Пожалуйста. И что сказал наш гений? Сказал, что надо идти на УЗИ, и уже будет видно пол ребенка. То есть ты полдня провела у гения в кабинете, да? Отелло ты мой, ты меня и так никуда не пускаешь. Мне еще к врачу сходить нельзя. Я там, кстати, познакомилась. С кем? С кем? С Аллочкой. Слушай, ну вряд ли с мужчиной, Сергей. Ну, в очереди, к гинекологу-то, ну. Она такая милая, мы потом с ней в кафе пошли, поболтали. Знаешь, какое совпадение, сплошные Аллочки. Прохоров сегодня тоже из реки какую-то Аллочку выловил. Сплошные Аллы. Может быть, и мне Аллочкой обзавестись какой-нибудь? Русалочка. Русалочка. Аллочка, 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 русалочка. Машина самой Соне не принадлежит. Да, мне это как раз понятно, на какие шиши и за какие заслуги. Ну, вот мы и нашли крота Будилова. Осталось только доказать, что Будилов китаец. Xin chào tất cả các bạn, là mình đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về phi hành gia này nhé.